Дмитрий Медведев проведет совещание с регионами о готовности к новому учебному году. Так сообщили ТАСС в пресс-службе Кабмина страны. Совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов России. Ранее вице-премьер Ольга Голодец, выступая на региональной августовской педагогической конференции в Светлогорске, заявила, что в этом году количество первоклассников вырастет на 40 тысяч человек. В первый класс в День знаний пойдут около 2 миллионов ребят. Всего новый учебный год начнут свыше 14,5 миллионов детей. Нашей фракции «Единая Россия».